Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет обзор на фигурку на Android номер 86 Юи Хиросава. Как всегда, рассмотрим саму коробку. В коробке здесь нет ничего необычного. Она розового цвета. Мы можем увидеть промо-фото фигурки, на лицевой стороне в окошке саму фигурку, номер фигурки, название персонажа и компания-производитель. А сзади мы можем посмотреть ограничения по использованию данной фигурки. Фон здесь тоже обычный, оранжевого цвета, на котором написано просто слово Android. В комплекте у нас имеется, как бы ни странно, комплект подставки, пара сменных ног, пара сменных рук, пара сменных кистей рук, одна правая сменная рука, гитара, одна улыбающая лицевая панель, лицевая панель, где Юи плачет, ну и, соответственно, сама фигурка. А, да, чуть не забыл, еще усилитель для гитары. Вообще, сейчас будет серия роликов о Кион, где я буду рассказывать не только про саму фигурку, но также буду рассказывать, что произошло с фигуркой спустя 10 лет. Если говорить про саму фигурку, то Юи одета в свою школьную форму, которая состоит из пиджака, юбки и колготках. На волосах имеются две заколки, ну а лицевая панель здесь представлена, где Юи широко улыбается. И как вы могли заметить, первое и одно из самых главных отличий от фигурок 10-летней недавности с текущими, это подставка. Когда я только увидел данную подставку, я подумал, что это действительно классная подставка, и странно, почему они ушли от данной подставки. Но после того, как я стал ее использовать, я понял, почему ее больше не используют. Это просто-напросто неудобно. По факту фигурка держится только за счет юбки, которая цепляется за подставку. А держатель, который цепляется за ноги, только сковывает фигурку. Следующая поза, которая представлена, это где Юи плачет, наверное, после окончания школы или еще какого-нибудь концерта. Все отличие от предыдущей позы, это то, что поменялась лицевая панель и кисти рук. Теперь она сжимает их в кулачки. Ну и последняя поза, это где Юи играет на гитаре. Сама гитара выполнена великолепно, очень близко приближенная к оригиналу. Если подвести итоги, то даже спустя 10 лет Android выглядит действительно великолепно. Из положительных моментов я бы отметил милые мордашки, большое количество аксессуаров, приятная цена. Мне каждый Android Kion подошел с 1500 рублей. Из минусов это неудобная подставка, которая сковывает фигурку, а также большой срок фигурки. Так или иначе, но все равно пластик портится со временем. А на этом все. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Подписывайтесь, ставьте лайки и до встречи в следующий раз. Всем пока!